Надежда, скажи, какой был вопрос от покупателя, что мы тут разбрендировали? Какой аккумулятор стоит выпускивать? Вы понимаете? Так, смотрим. Вопрос к нашим зрителям. Расшифруйте. Это литионный или гелевый? Литионные леги. Но это точно не литий. Это Никель. никель-кадмиевые аккумуляторы силовые, которые стоят. Ну, это же обычные, которые вы торгуете, Надежда. Это не литий-ион, это никель-кадмий. Потому что он И стоит это даже не 50 литров, гелий. что это гель. Как гель? Ну вот, передаем привет сервисному центру. Мы разобрались, какой здесь аккумулятор. Ну, это обычные, то, что мы торгуем, эти AGM-генераторы. Ой, Да. генераторы, AGM-аккумуляторы, черненькие. Тоже стоит сигнализация везде. То, что это не литий, это однозначно. Ну, мультигель обычно не синие производятся. Ну, можно, конечно, там сказать, что... Ну, гель это обычно, когда не электролит, а пропитано... специальные такие пропитки, они обычно синего цвета. Это самый обычный GM, 12-вольтовый, 8 ампер часов. Вот. Такие, ну это стандарты, мы такими торгуем. То есть 8-12, там, допустим, Вентура, 8-12, еще какие-то что там у нас есть. Эвероксиды мы торгуем. Варта. Не, варта нет, мы не торгуем такими. Вот, это у нас Вентурка. опрыскиватель. Вентурка. А, Вентурка. Вентурка, ну вот. Извините, Вот Вентурка. стандартная Вентура, вот они. Никель кадмий, вот они в один. Только это у нас получается на 7 ампер часов, а это получается на 8 ампер часов. Но по факту одно и то же. Вот оно. О, смотри, это ж. Можно это же брать на замену. Так вот оно на замену идет. Вот. Поэтому. Ну, так на вооружение взять. Какое-то. Это однозначно не Новая фишка литий-ион. продаж. Пускайте. И я скажу, весит он так нормально. Килограммчика 2 он весит. Вот. Все, всем спасибо за помощь. Так, а что Выложим кто? информацию клиенту. Все, информацию клиента я могу это на YouTube выложить, Надежда? Конечно, все будут знать, какие там аккумуляторы, мы в том числе. Так. Обязательно надо туда. Алло, слушаю. Фортен, еще раз, CL12A. Да. Это пошли, кстати, аккумуляторные опрыскиватели. И многие задают такие вопросы перед покупкой.